Городское поселение Видное растет и динамично развивается. Появляются новые дома и целые микрорайоны. Открываются детские сады, реконструируются объекты коммунального хозяйства. Благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Много удалось сделать в прошлом году, но еще больше предстоит. Об итогах 2013 года говорили на отчетном собрании руководители муниципального образования, которое состоялось в кинотеатре «Искра», рассказывает Татьяна Акимова. Еще за час до начала отчетного собрания жители города стали собираться в фойе кинотеатра, где был организован прием специалистов управления и служб района. Также видновчанам предлагалось оценить работу местной администрации в прошлом году, внести предложения и озвучить проблемы. Как же молодцы в городе организовывали все дела. Транспорт великолепный, чистота в городе идеальная, с ветеранами работают вот так. Устраивает все. Можно и по поводу там жилья что-то решить, и по поводу всего, но по поводу дорог вообще решить невозможно. Я не знаю, почему. На 5 с плюсом, но круг на ПЛК, круговое движение, нужно что-то с этим делать. Постоянно утренние пробки. Городская баня, которая существовала, как говорится, как создавался город. В настоящее время она закрыта уже целый год. Многие насущные вопросы отражены в перспективе развития поселения. Решение некоторых из них стоит ожидать в самое ближайшее время. К примеру, Видновская баня откроется после ремонта уже через несколько дней, а летом предстоит ее полная реконструкция. С ремонтом кровли, фасада, внутренних всех помещений, устройством бассейна и дополнительных видов услуг. Другие масштабные вопросы требуют больше времени на решение и значительных финансовых средств. Что касается ремонта дорожного полотна, то в поселении создан специальный фонд, куда будут поступать средства от продажи горюче-смазочных материалов, инвестиционные вложения предприятий и организаций. Проблема пробок может быть решена благодаря строительству дорог, которые свяжут с трассы М4, Тарычева и 6 микрорайон. В будущем появится станция легкого метро. Инфраструктура города будет развиваться вместе со строительством новых жилых комплексов. Там будут детские сады, школы и поликлиники. Что касается работы в 2013 году, то сделано немало. Отремонтирован тоннель, начались работы по благоустройству Расторгуевского парка, появилось несколько детских площадок, продолжается приведение в порядок дворов. Администрация работала и выполняла те задачи, и об этом говорят итоги года исполнения бюджета городским поселением. Работа администрации городского поселения Видное и в дальнейшем будет строиться, следуя наказам избирателей и в соответствии с программой губернатора «Наше Подмосковье». Мы готовы сегодня работать открыто на местности с приемом населения, с тем, чтобы решать совместно с людьми через общественные палаты, через советы депутатов те острые проблемы, которые стоят в городе. Подробнее узнать о работе администрации городского поселения Видное в 2013 году можно на страницах газеты «Видновские вести». Татьяна Акимова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.